Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам показать, как побороть китайскую флешку и перепрошить ее. Собственно, видим, флешки у нас нету. Запускаем чип Genius. Ссылочка будет в описании. Смотрим, что у нас должно быть USB NAND, USB to disk. Собственно, вид PID, вид FF. PID 1201, мануфактура NAND, но нам, собственно, контроллер вендор нужен, это first chip. И контроллер, порт номер у нас идет FC1178BC. Мы его копируем, ну, потому что у нас есть контроллер порт номер. Если у вас нету здесь ничего такого и контроллер вендор не написано, хотя в последней версии чип Genius все-таки эта информация присутствует. То есть вот она распознается 32 гигабайта, все правильно. Собственно, мануфактура у нас идет Intel. То можно искать по вид пиду. Я буду искать по контроллеру. То есть просто в Google контроллер. Вот и первое у нас на полностью наш чип. Идет на USB Dev. Скачиваем последнюю версию программки. Напоминаю, что FC1178BC и ITMP2 это разное. То есть можно скачать и то, и то. Я методом тыка подобрал, что мне подходит First Chip MP-Tool. То есть по поиску, по самому чипу. Можно также можно скопировать, чтобы вы не думали, вид PID, поставить поиск, и вот у вас будет First Chip. Вот, в принципе, этот First Chip качаем, то есть FC качаем и ITMP качаем. Собственно, запускаем от имени администратора, я запускаю просто FCMPTool, есть FCMPTool 32-разрядная версия. Запускаем от имени администратора, собственно, это все уже не нужно. Нажимаем ОК. Ссылочку, кстати, я тоже оставлю на программу. Выбираем у нас здесь английский язык, чтобы сильно не путаться. Auto Machine Hub. Выбираем, вот он у нас определился. Теперь переходим в сеттинг. Интересное. Пароля по умолчанию нету. То есть, собственно, что тут надо? Я здесь поставлю себе Vendor Info Мастерок. Продукт Info Predator, потому что данную флешку я буду использовать как резервную для своего ноутбука Predator. То есть сделаю флешку под восстановление. Удобная, кстати, штука, чтобы не загаживать место на SSD и на жестком диске. Я тот раздел восстановления удалил, но через программу, ну, это как бы не относится к ремонту флешки, но все же, вдруг вам будет интересно. Через программу Recovery Management можно сделать резервное копирование заводской конфигурации именно Predator со всеми дровушками сейчас накатанными, совсем, и будет интересно. Дальше, значит, по скану, поскольку у меня LED индикаторов нету, они мне нафиг не надо, я их закрываю. Если у вас есть лампочки, индикатор, естественно, сделаем open. Дальше по продукту пишем, что мы хотим увидеть у нас в информации. Дальше серийник можно поменять на свой номер телефона, допустим, предположим. И особенно полезно, если, ну, опять-таки, смотря в какой среде вы ее потеряете. Если вы потеряете флешку где-то на улице, обычный юзер не будет узнавать серийный номер флешки. Но опытный пользователь может, здесь просто меняем на номер телефона, и все будет good. Это так вот мы уже делаем с вами именную флешку.
Дальше здесь пропускаем, это тут настройки программы уже на автомате все стоит правильно. Здесь можно выбрать, я выберу дефолт, мне не принципиально разбивка, там размер кластера и тому подобное. Нажимаем ОК и нажимаем старт. Так, наверное, еще. Вот, старт нажали. Сейчас побежит сканирование быстрое. Все, пробежало. И теперь достаточно долго оно будет делаться. Поэтому пока пауза. В принципе, я вам так скажу. У этой флешки была проблема еще на запись. Запись упала до там 200 килобит в секунду, до 2 мегабит в секунду местами. Данная программка, программулинка перешьет, все сделает качество. И замедленной скорости где-то перепрошивка данной флешки может занять от часа до 2. То есть тут дело такое. Надо сидеть ждать, выключать нельзя. Ну и в общем, давайте потом посмотрим на результат. Ну что, ребятки, закончилась перепрошивка. Можем поставить информацию о флешке. Все тут есть. Вся информация. Вот самое главное, чип мы с вами выбрали. Правильно все. В общем, все правильно. В общем, оно все затерто сейчас нулями. Инфы на ней нету. Значит, она появилась у нас вот 29. И 2, если помните, на обзоре флешки у меня было 30 с копейками. То есть что-то ушло в беды. Давайте проверим. Итак, ребят, давайте попробуем что-то записать на флешку. Пошла запись у нас с небольшим фризом. Проседает до семерки, но в принципе это гораздо лучше, чем от 200 килобайт до 2 мегабайт в секунду. Тут все-таки уже 10 тысяч килобайт, как бы нормально. В общем, удалось нам восстановить флешку. Все программулинки будут в описании. Я надеюсь, видео вам понравилось. Я сейчас буду еще это все дело форматировать. Хочу посмотреть, как тут дела обстоят. Вроде так, 31.45 у нас показывает полный объем. И давайте посмотрим, что тут у нас. Видите, скорость неравномерна, с фризами в самом начале. Дальше, видите, пошло нормально. Как-то в самом начале у нас фризы были. Наверное, все-таки просто этот участок флешки отрежу. Дальше, смотрите, скорость хорошая. О, опять фриз. Собственно, ну что вы хотите от дешевой флешки китайской? В общем, надеюсь, вам ролик понравился. Ссылочки все будут в описании. Я со всеми прощаюсь.